не обещался или иной невесте? Не обещался. Эта парочка, как шутливо их называют сотрудники колонии, местные Бонни и Клайд. Супруги Клевакины вместе со школьной скамьи, по жизни рука об руку. Также дружно чинили беспорядки. Он рецидивист, она его верная единомышленница и муза. В июле 18-го оба совершили в кафе разбойное нападение на женщину с целью грабежа. Итог – 12 лет ему и 9 ей. Олегу сидеть до 29-го года. Анастасия освободилась раньше, у пары несовершеннолетний ребенок. Рассказывают, колючая проволока лишь укрепила их любовь. Вот и сейчас пришли к тому, что пора официально перед Богом дать клятву. Думать я не стал, потому что мы действительно любим друг друга и хотим быть вместе. По словам Анастасии, решение обвенчаться осознанное. Все 10 лет вот в браке я думала, но так как нам объяснили, что брак должен быть хотя бы 5 лет, чтобы уже прошло 5 лет в браке, тогда можно было венчание сделать. Венчал супругов отец Михаил. По его мнению, обряд за колючей проволокой ничем не отличается от обычного. Но готовиться к этому событию нужно со всей серьезностью, ведь это навсегда. Супружеская пара, она должна вначале исповедоваться, причаститься, а потом венчаться. Роспись на бумаге – это в миру, а это брак на небе заключен. То есть и Господь, и Божья Матерь будут приглядывать за ними. И если регистрации брака в колонии случаются почти каждый месяц, то венчание скорее исключение. В этом году первое, да еще и выпало в канун Дня всех влюбленных и перед днем рождения Анастасии. Для пары это событие особое, но впереди годы ожиданий, пока Анастасия работает и воспитывает общую с мужем дочь. Очень хочется второго ребенка, у нас в планах. И у нас дочка тоже ждет, братика или сестренку очень просит, она одна у нас. Венчание, как подчеркивают сами сотрудники колонии, серьезное напоминание для заключенных о том, что дома их ждут родные и любящие люди. А также стимул больше никогда не возвращаться в стены за колючей проволокой. Мария Мацаева, Дмитрий Денисов. День с толком.